В регионе уже больше 3800 случаев коронавируса. В зоне особого внимания Северодвинск. Показатель заболеваемости там остается высоким, но ограничения на въезд положительно сказались на ситуации. Об этом говорили на оперштабе в городе Корабелов. В госпитале развернуто 367 коек, 6 из них реанимационные. Штат медработников усилен. 17 врачей-специалистов и 39 медсестер привлечены из других лечебных учреждений. Работает почти два десятка автомобилей скорой помощи. Как отметил Александр Цибульский, в приоритете не показатели, а качественное изменение ситуации. Да, где-то есть какие-то накладки, да, где-то возникают какие-то проблемы, но они единичны. И у меня просьба ко всем относиться к этому с пониманием. Это не системные проблемы. Мы с каждым случаем вот такого информационного эпизода там, в сети или еще где-то разбираемся тщательным образом, понимая все сложности, понимая все страхи, которые есть. Но тем не менее, давайте врачей, тем не менее, будем уважать. Будем уважать, ценить и беречь. Основные решения по снятию или продлению ограничений будут приниматься оперштабом сегодня.